Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum. И это у нас уже 20-я серия, где мы, в общем, оказались на острове Arkham. Вернулись в пещеру с канализацией, где мы уже получили противоядие против ядовитого плюща. Так, того, конечно, ты сейчас ищу эти... Как эти штуки называются-то? А, ущелись из Джокера, оставшиеся, которые... Не нашел почему-то. Надеюсь, найду это скоро. Последняя вот локация. Так, помню, здесь я все собрал. Осталось только найти тот приз Ридлера. А, так немножко шупать придется с другого места, а не с этого. Отлично. Ладно, сначала, думаю, идем, в общем-то. А, вот последний челюсть-то, это локация. Так, вот и последняя. Ой. Так, одно и последнее. Все. Отлично, все. Загадками таким образом разгадали. Точнее, всю локацию, то это уже все полностью обследовали. А, осталось. Так, пещер тоже. Да, нет. Так, идем дальше. Смотрим, что будет. Один приз Ридлера разгадать. Так, а кто-то туда зацепиться я смогу, интересно. Ты заплатишь за боль, причиненную моим деткам. О, Боже, а вы когда-нибудь перестанете причащать о своих цветах? Ох, блин. Когда я покончу с Бэтменом, наведусь к тебе, Джокер. Ох ты, скотина. Дарящий подарки. Да. Вот скотина. Должен признаться, ай. Я думал, ты дольше продержишься. Ой, блин. Ненавижу это место. Тихо-тихо. Ладно, потом с ним снайпер сначала забраться нужно, потом уж... Скажи, если не заметит. За боль, причиненную моим деткам. Можно будет с этими снайперами разобраться. Чтоб меня не заметил, скотина, здесь не успеет. О. Когда я покончу с бэком, наведусь к тебе, Джокер. Ой-то, блин. Вот скотина. Да. Вот зараза. Да как ты... По ней попадаешь-то? Да, Полина. Да, блин, ты... Да что ты зери? Да. Полина. Тихо-тихо-тихо. Ага. Отлично. Разобрался с этим гадом. Фу, все, так. Отлично, отлично, отлично. Вырубили его. Теперь, думаю, соберу-ка последние челюсти нам Джокера. Раскидан этой локации. Их, по-моему, всего тоже две штуки осталось. Уничтожить, да? А, нет, четыре. Шесть всего. Так, где же еще? Так, вот они. Еще две штуки нужно будет челюсти найти. Надеюсь, все найду. А, хотя вот и как раз они и лежат здесь. Ох ты, черт, успел. А, блин, сейчас меня... Это, ну... О, успели вернуться. Так, последняя челюсть, еще отлично. Еще у нас задание Ридлера выполнили таким образом. Вот локация, эта локация у нас тоже полностью очищена. От всех заданий Ридлера, из загадок. Востока, в общем-то, Аркима и запад Аркима тоже остался, в общем-то, север. Так, здесь у нас все. Ну, думаю, тогда идем в ботанический сад. Это потом возьму. Все равно вернусь, в общем-то, сюда. Ой, блин, черт, да. Постоянно переключаться не так, как надо. В общем, потом как раз через проход вернусь вот туда. Нам тут как раз туда нужно будет финальную битву. Вот это заберем, в общем, этот тоже приз Ридлера заберем. И все так-то. Пока что идем в ботанический сад. Но, в общем-то, особняк Аркхем, пока я думаю, не попаду, там еще газ действует внизу. Локация той. Ладно, идем как раз вот это забираться с этим. С плющом.
И плюс еще оставшиеся загадки разгадаем. Надеюсь. И потом, не знаю, получится это сделать. Пришел наконец. Тебе нравится, как я здесь все устроила? Мои детки растут, Бэтмен. Иди полюбуйся. Ну да. Полюбоваться мы сюда не пришли, а пришли, курица, разобраться с тобой. Ну чё, приятно? Скотина такая. Посмотрим, что у нас здесь всего из загадок осталось. А, по-моему, еще одна загадка. А, нет, хроники Харкима, пресс Ридлера и 20 через Тит Джокером. Что только по локации. Да, ну туда. А вот как раз один пресс Ридлера. Ой, чёрт, блин. Это да, это я достану потом в сети. Нужно будет туда вернуться, будет в сети два места. Быстренько. Этим хотя плющу сражаться. Ой, блин. Блин, промазала. Ага, неприятно. Посмотрим, хотя бы приятно, когда со всеми растениями разберемся ее. Надо будет тихонечко подойти, чтобы то есть меня убьют. Так, ну куда? На какую сторону-то? Так нам как раз все равно туда нужно. Будем сейчас быстро с растениями разбираться, чтобы нас не успело попасть. Они ничего тебе не сделали. Нет, ничего. Ну, в общем, приятно об этом думать, доставлять себе такое удовольствие. Это растения даже противные. Ну, так будет, думаю, интересно даже с ней сражаться, если она будет злее. О, челюсти. Чё, да? Ты готов? Уверен, что справишься со мной. Я жду здесь. Приди ко мне. Замачу это приглашение, но мы и так придем без этого. Так, отлично, 20 челюстей Джокера мы полностью уничтожили в этой локации. Да. Все. Осталось два найти очень приза. Ну, мы думаем, сейчас найдем обязательно. Так, это сложно сделать. Черт, растение что-то. Ну, хотя бы жизнь остановили, это неплохо. А там сейчас убил бы это растение, и все. А, больно, неприятно. Так, ну что ж, идем. Гости к ней. Так, а ему не нужно как раз вот. Блин, мне нужно было в другую комнату идти или нет. Вот сюда нужно идти. Через вентиляцию. Пробуй-ка, думаю, туда слазить. Или не получится это сделать. Блин. Путь интересно, скотина, закрыла она. А хотя, может, тут... Ладно, давайте посмотрим, что она там сможем сделать. Может, с другой стороны смогу это быть. Иди же ко мне, я жду. Ну что ж, идем, идем. У меня теперь есть охрана, Бэтмен. О. Ну это и понятно. Они просто умрут, если со мной что-нибудь случится. Давай. Что-то с ними сделала, сволочь. Так, тоже заблокировала проход. Это зараза. Как мне тяжело достать теперь эти призы Ридлера? После, наверное, битвы с ней смогу вернуться сюда, интересно. Что туда теперь не могу попасть, в ту комнату, где меня находится этот пресс Ридлер, да. Она всеми растениями погаными, все вентиляция закрыла. И, наверное, туда же не попасть. Вот скотина. Ну да, не получится это сделать. Ах, блин. Придется сначала с ней разбираться, потом уже эти локации себя обследовать. По-другому никак, не получится. Ну что ж. Нас ждет битва с новым боссом этой игры, кроме после, в общем-то, Бэйна. Это, в общем-то, нас ждет, да, босс называется Ядовитый Плющ. Что ж, идем на битву с ним. Очень такая серьезная битва ожидает с ней. Тебе идти в камеру. Я ошиблась. Я думала, что растением больно. Я поняла.
Это эволюция. Они стали сильнее. Ну, конечно. Ой-ой-ой. Давай, открывайся, открывайся, голубушка. Ой, блин. Да что такое? Уступи тому, кто сильнее, Бэтмен. Ой-ой-ой-ой. Да, херовка, что ты на меч... Так, шмаловато жизни, вот что плохо. Нужно побольше жизни. Ой-ой-ой-ой. Все-таки попало. Хотя... Блин, а, снова начала сами растения распространять. Эти сорняки. Тихо-тихо. Блин, снова. Так, ну ладно. Чем красу мы? Начнем, думаю, с полностью, в общем, полным количеством жизни. Мне ходи, проходить этот план, пропустим этот ролик. Да, пропускай, пропускай. Да, блин. Мои малыши разорвут на клочки тебя и твой любимый гоблин. Так, отлично. Давай, давай. Просто обходим спокойно, пока что нас там. Уступи тому, кто сильнее, Бэтмен. Отлично. Хотя кошметка нас стреляет. Хотя варчиться этих, в общем-то, штуковин можно легко. Вот так вот. Все достаточно просто делать. Скотина. Окружила своими сорняками, блин. А. Так, ладно. Блин, попал все-таки. Ой, блин, попал. Чё-то, конечно, вот я не очень играю. Во. Почти что её добили, можно так сказать. Первый этап закончен. Ох ты! Давай. Так, отходим. Не торопимся. Во. Почти первый этап закончили. Давай. Баб, попал все-таки, а? Попал, молодец. Ёп. Черт, зря. Надо осторожно все-таки с ней. Почти что добери ее. По-моему, каждый этап можно будет начинать спокойно. Даже не волнуюсь о сохранениях. Если мы умрем, в общем, все равно начнем потом с второго этапа, а не с первого, по-моему. Ой, пиздец. С сорняками, блин, все. Все. Так, берем взрывчатые гири. В общем, наносим взрывчатые гири таким образом. И взрываем. А, все, отлично. Так, теперь... Ой, блин.
Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Ой, черт, тихо-тихо-тихо. Чуть не задел меня этими растениями. Жизнь хотя бы остановилась, это неплохо. Тихо-тихо, во. Пусть там покроют этими сорняками. Давай-ка. Во. Ох ты, тихо, давай, давай. Ой-ой-ой, черт. Не туда повернулся. Да, черт не попал во мне. Отлично, все. Блин, попал все-таки, а. Смогла попасть по мне. Метка, скотина. Отлично. Ой-ой-ой. Давай-ка. Блин. Так, второй этап закончен. Точнее, второй этап начался. Ой-ой-ой. Давайте еще врагов набрасывай. А, все. Ох, блин, все-таки попала. Скотин такая. Ой, блин, а. Хотя зря, мне кажется, это дело. Убила. Ой. Прости, любовь моя, ты сорван. Так, ну ладно. Все равно мы начнем, по-моему, со второго этапа. Ну да. Так что ладно, нет, не без брони, ничего. Он хочет меня обидеть. Ох, черт, ну это они упали же. Ой-ой-ой, хотя бы не задел этим растением. Ну хотя бы, конечно, битва очень такая интересная все-таки. Ой, зря. Чуть не попался в растения эти. Ой-ой-ой. Чуть не схватило. С этими этими. Сорняками. Так, все. Так, все, добиваем, осталось помочь теперь. Сейчас нужно помочь начнется она атаковать снова с ними. Сараса попал все-таки. Кто надо выбирать момент, когда атаковать. Отлично, получилось. Так, ждем. Давай. Отходим. Все. Начинается новый этап битвы. Ну и всякое, как просто. Самое главное, делать все правильно. Что, скотина? Давай, 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 поднимай его. С мячем, корнями этими. А он упал вниз, а, понятно. Ну, по-моему, все так, да? Парки закончились. По-моему, да. Давай. Ну, все пока просто, да. Нужно только знать время, когда уворачиваться. Когда кидать бумеранг. Ой, в общем-то, батаранг, когда кидать. Так, отлично. Давай, 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 подружка. Ой, попал все-таки. Молодец. Да, в общем, получай, бери, в общем, себе конфетку.
он хочет меня обидеть. Так, давай. Ой-ой-ой-ой. Скотина, не мог здоровье отнимать всеми этими корнями. Что-то я, конечно, позабыл про это. Ой, тихо-тихо. Ой, черт. О. Ой, это блин. Да что ли? Да, вы ее просто. Что-то здесь. Да уж, немало меня жизнь отняла. Все. Отлично. Удалось упасть. Давай. Ой-ой-ой. Не попала, молодец. Бэтмен молодец. Давай, давай. Фу. Последний этап остался так вот. Самое главное сейчас не получить пиндаля, как говорится. Он хочет меня обидеть. Ой-ой-ой-ой. Так, больше врагов набрасывает на нас. Ой-ой-ой, корни только. Ой-ой-ой, черт. Да, поднимай их, о, молодца. Ой, это блин. Вот скотина. Сам главное, еще самому отрез. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ворачиваемся. Да, блин. А, отлично. Может, так добьет их. Уходим. Блин, долго с ним разбираться. Не с таким качеством жизни, конечно. Блин, а. Их не хочется добивать это. Ой-ой-ой. Так, теперь осторожно нужно все действовать. Не попало все-таки, а? А то убил бы сразу первый удар, пришлось бы все заново проделать. Так, все, наносим взрывчатые гели и смотрим ролик. Таким образом победили ядовитого плюща, победили второго босса, в общем, этой игры, если не считая Бэйна. Так, ну все, да, нас ожидает, в общем-то, праздничный фейерверк от Джокера. Ну да. О, психи бегут. Давай, добиваем.
достаточно улучшений так. Ну, прокачаем последнее улучшение, которое у нас имеется на данный момент, это Бэтрон комбо, все. И, в общем-то, мы прокачали полностью нашего, в общем-то, Бэтмена. Все улучшения у нас имеются таким образом, все подсвечиваются желтым светом. Ну что ж, теперь, думаю, сходим-ка, разгадаем какие последние загадки. Пусть еще челюсть Джокера последний добьем. Все. Сколько там еще осталось? Этих еще челюсти-то уничтожить. Еще две штуки. Так, ну плюс еще два приза Ридлера нужно забрать. Сейчас смотрю, где у нас находится эти. В общем-то, я понял, кажется, что мы проходим, у нас находится приз Ридлера. И давай, цепляйся. Что мы все это сделаем? Арсений так-то, мне кажется, уже да, должны расступиться. Как он проходит, интересно, наверху или внизу? Я точно не помню. По-моему, наверху. А, вот он, да. Только как мне туда попасть, интересно? Ага, с той стороны, в общем-то, у нас есть проход. Как нужно туда попасть, вот интересно, понять бы еще. Так я не помню, как это нужно сделать. Скажи, с какой стороны нужно попасть туда. Не сб... А, я, кажется, понял. Откуда нужно попасть? Угу. Мне так кажется. Либо нет. Посмотрю-ка, откуда можно это сделать будет. Так, еще сюда можно сцепиться. Так, нет. А откуда ты можешь сделать, интересно, да? Погоди, какой там проход или это? То проход, который я, в общем-то... Блин, как все-таки попасть? К этому призу Ридлера, интересно. Нужно понять, откуда это. Откуда это нужно сделать? А, вот он, да. Понятно. Давай, да, блин, давай, цепляйся. А вот отсюда нужно попасть будет этот проход. Чтобы взять приз Ридлера последний, почти что. Из этой локации. Все, берем. Отлично. Новый приз Джокера открыт. Так, не спускайся. Ну что ж, ходим-ка еще туда, еще одно место, где у нас еще последний приз Ридлера лежит в этой локации. Тогда, думаю, сейчас вернемся в пещеру, там еще кое-что заберем. Да, думаю, сейчас все локации можно обследовать после оставшейся. Чтобы все забрать таким образом. Я думаю, все это будет сделано в финале с сериями, так, наверное. Сейчас посмотрю, как что-то я там забыл. Какой приз Ридлера забыл взять. Где у нас, интересно, лежит? А, ультрабэт коготь, точно. Блин, мешает всякие камни. Осталось мне немножко забрать. Блин, да. Что за камни мешается? А, вот, да, вот он, красота. Это место. Последнее место на севере острова Архим. Схожу-ка сейчас в пещеру, там тоже кое-что заберу. Да, но приз бандит под титаном открыт, отлично. Потом посмотрим. Сходим когда в пещеру сейчас, думаю. Хотя можно вырезать эти моменты с поиском, по, в общем-то, этих штук. Потому что, ну что, я буду бегать, потратить просто время. Ну, мы тогда так и сделаем, хотя можно... Хотя, так бы не так долго занимает. Не знаю. Что там бежать-то? До того места-то. Сейчас, мне кажется, уже все, ничего не помешает, никакие растения. Думаю, может, теперь будет пещера Бэтмена попасть, надеюсь. Хотя с того места не смогу попасть точно же, придется с другого залезать. Там, если получится спрыгнуть. По-моему, это ведь. Там, по-моему, роликом он, в общем-то, зарез туда. Или что он стоит? А, Марик, он туда даже... А, снова? Что-то я про это место не знал, что он смог... Что он может, в общем-то, через это место попасть в пещеру Бэтмена-то.
Отлично, да. Снова, в общем-то, я что-то не помню момент, что, в общем-то, можно этим же путем попасть в вечер Бэтмена. То есть, каким мы попадали в первый раз в нее, в общем, в этой игре. Снова ролик заработал, в общем-то. Я что-то не помню этот момент. По-моему, я другим способом набирал сюда. Попадал, точнее, сюда. Хотя, возможно, и нет. Отлично, так, зашли. Сможем, надеюсь, в общем, все достать, все эти призы Ридлера через пещеры пройти. Наверное, да. Так, помню, я же через этот проход пролезал. Через этот проход. Так, где мне там эти призы Ридлера-то? Чтобы один приз Ридлера придется через этот проход пролазить. Вот через этот. Так, и другую. Где-то логове Крока находится. Нужно будет туда тоже потом сладить. Ладно, бежим. Отлично, сейчас мы все это сделаем. Быстренько. При помощи тросомета. А хотя нет, нужно здесь разбегаться вначале-то. Ладно. Снова полетаем. Полюбуемся красотами местными. Погоди, Мусь, подожди, Мусь. Так, отлично, приземлились. Сейчас все достанем. Все призы Ридлера. Оставшиеся. А что-то не цепляться. А, все. Какой-то по кону проходе я там забыл что-то взять. Повыше, в общем. Хотя это же я могу. Не здесь ли интересно это место? Или где-то снизу. Посмотрим-ка, откуда надо цепляться. Не снизу ли, интересно. Так, ну туда, в ту проход. А куда мне еще нужно слазить, чтобы... Так, мне не сюда. А, погоди, куда вообще, интересно? Туда. А что это такое, может быть? Может, это снизу можно все это сделать? Давай, спускайся. А, вон как раз вижу, да, приз Ридлера. То как-то нужно спланировать, что ли, туда электросометом. Так, а через что проход нельзя ли это сделать? Может, это можно? Хотя, думаю, блин. Димка-то сверху, что ли? Да блин.